Именно из этого подмосковного города, пожалуй, Оксана Домнина и Максим Шабалин. У них блюз и буги-вуги в ритме их танца. Ну, а тренер Алексей Горшков и хореограф Сергей Петухов будут пританцовывать у бортика. Вон они там сзади стоят. Домнина и Максим Шабалин. Напомню, что она родилась в Кирове, он родился в Самаре. Произошло это всего лишь 18 и 20 лет назад, соответственно. Это уже сейчас 19 и 21. Все-таки с тем чемпионатом мира среди юниоров, которые они выиграли в прошедшем сезоне, из юниорского возраста они и вышли. Чтобы исполнить на очень высоких скоростях заключительную часть своей программы. Танцы из тех пяти элементов, которые предлагают спортсмены. Есть две поддержки. Есть вращение. И две дорожки шагов по диагонали и по прямой. Ну, выше всего
на них диагональная дорожка. Высокую оценку также получила дорожный шаг 3 по прямой. Близко к 7, тяготеет к 7, да, оценки за компоненты катания, а среди этих компонентов владение кругом, связки между элементами, представление программы, хореография и интерпретация. И они занимают 4 место пока. Все было ранее, но...